привет, снова я Антон. И сегодня я вам хочу сказать, что я недавно выходила видео по Clash Royale. Вот, и я сейчас скачала. Все гоблины видно, что это не так. Давайте сейчас выпустим. И за ним выпустим гоблинскую лодку. Так, что все стреляют по гиганту. И это Фиби. Кстати, тоже сейчас не так, что у нас должны быть как минимум гигант, дракончик. Гоблинская лодка и обычные гоблины, как это называется, гоблины, как прикольно, какая-то. Вот. Я тут смотрю, где гоблинский сидел, уже испарился, уже испарился, уже испарился. Ну, конечно, нормально, ну, не крепкий, дети, вообще. И как он не будет? Ой, видать, не крепкий, на гоблинском сидел. Ну, ладно, ну, тогда я еще один бой, и на этом мы закончим, наверное, видео. Вот. Теперь посмотрите, пожалуйста. Личные жизни. О, вот Ваня поставил. Ну, мне кажется, это очень хорошая идея. Ну, по крайней мере, для него. Мне очень сейчас не помешало бы мини-теста. Ну, я просто себе по... Ой, блин. Там сейчас очень жестко моего гиганта. Гоблинская бочка, не помешала.
Так, давайте еще гоблина спустим. Ой, там еще мушкетеры. Ой, жестко. Давайте тогда сюда вот эту кибуку. Сейчас мы выполним все вот эти кибуки. Так. Я предлагаю подкопить себе кибуки. Какая дальность моего замета? Ой, блин, это такая дальность. Ой, слышь. Все китайцы, в принципе, богатые. Нормально. В принципе, мы тоже можем поесть. Тут гоблины покидают. Это подошли самостоятельно. Ну, если на моей территории, то есть, так давайте быстрее замка. Потом подлинная работа. И закончим. И давайте побыстрее, чтобы... Вот закончить, как бы, я бьет, но не помогает. Давайте сразу сюда выставим. Да, вот там. Давайте пробуем с тобой, чтобы нашлись еще какое-то место. И наше глаза. С вами был я, Антон. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.